Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лена, и в этом видео я хочу вам показать мою дорожную аптечку, что я беру с собой в отпуск. Это такой маленький вариант, что я буду брать. Но я не еду в такую глубокую деревню, и там не будет ни одной аптеки, поэтому я беру такие примерные лекарства. Если мне понадобится аптека, там вполне можно все это купить. Итак, давайте я вам покажу, что я беру с собой. Я, конечно, выну все из упаковки и положу в нормальном варианте, а не в такие огромные такие коробища я буду брать. Значит, первый я буду брать Нурофен. Это от головной боли, от зубной боли. Дальше перевязочный бинт. И самофиксирующий бинт, активированный уголь. Я думаю, что каждый человек знает и знаком, что такое активированный уголь. Кстати, активированным углем чистит зубы и делают маски для лица. Кетанов или кетанов – это обезболивающее от головной боли, от зубной боли. Это Нурофен Экспресс Леди – быстрое направленное действие при менструальных болях. Я вам показывала одно средство, которое я беру для загара. Это у нас идет после загара тонко-карандаш. Это пластыря, чтобы не натирать ножки себе. Это драмина от укачивания. Это новопосит. Успокоительные средства. Это ацикловир. Сейчас я объясню, для чего он нужен. Я купила вот такое средство. Это пластыря для того, чтобы наклеивать себе на губки. Если, возможно, у кого-то вскочила простуда, возникает она от того, что смена климата и плюс от перекупания. Зеркальце. Инструкция. Пинцет. И сами липучки. Снять верхнюю пленку и наклеить себе на губки. На обратной стороне можно посмотреть, как это все делается. Получается вот такое овальное прозрачное создание, которое нужно наклеить на губки, на простудное явление и носить. Как я уже говорила, в этой упаковке лежит инструкция по применению, так что можете почитать об этом. Так, еще беру вот такое средство. Это набор пластырей. По рисунку вы можете посмотреть, какие тут лежат. Плюс мне нравится, что здесь есть в комплекте ножницы. Это мелоксин. Он предназначен для того, чтобы восстановить систему сна. Если вы, допустим, приезжаете в другой город, и разница на часах, допустим, плюс или минус, и у вас нарушается сон. Так что помощник вам мелоксин. Здесь лежат у меня ватные диски и ватные палочки. Такая у меня будет косметичка. Она прозрачная, водоотталкивающая. Не беру я слишком много лекарств. Как я уже говорила, то, что я еду не в глубокую деревню. Аптеки есть везде, так что можно купить любой продукт на месте. Если, конечно, вы не живете в отеле. В отелях, допустим, люди, которые ездят на курорт, они живут в отелях, и у них есть аптеки. Единственное, конечно, там дорого. И люди иногда боятся выезжать за город, потому что все-таки местность незнакомая, и им вынуждено покупать лекарства в ближайшей аптеке, которая находится при отеле. А люди, которые путешествуют сами, то они уже знают как-то местность, они до этого ее уже изучили и знают, куда пойти, как сказать и какое лекарство им нужно. Это вполне можно погуглить и узнать. Итак, я вам показала примерный мой список лекарств, которые я беру с собой. И еще раз я повторюсь, что я еду не в глубокую деревню. Сейчас не каменный век, можно купить все продукты, которые понадобятся лекарственные, в ближайших аптеках в каждом городе. Поэтому в этом проблем не будет никаких. Ну что, спасибо всем за внимание, спасибо вам всем за комментарии и хорошего вам отпуска!